В Самаре в преддверии летнего сезона продолжается озеленение улиц. В историческом центре высаживают цветы, ухаживают за зелеными насаждениями. Особое внимание молодым деревьям, которые пересадили в связи с комплексным ремонтом улицы Куйбышева. Ее обновляют по дорожному нацпроекту в границах улиц Венцика и Вилоновской. 12 молодых лип и 24 каштана теперь зеленеют на тротуарах по Фрунзе, Садовой и на других улицах. Контроль со стороны профильного городского департамента обеспечен. За деревьями ухаживают и следят за их приживаемостью сотрудники муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз». Обильный регулярный полив и обрезка сухих веток – залог правильного роста молодых деревьев, рассказывают специалисты. Конечно, нужно формировать каждое дерево. Формировка нужна. По улице Фрунзе у нас практически, так как заметили, что цветы у нас, так что в неделю 3 раза поливаются они у нас. Первое время, чтобы они прижились, а потом можно сократить уже до 1 раза в неделю. С улицы Куйбышева убрали все деревья, чтобы в дальнейшем освежить центральную часть города новыми посадками. После обследования старых взрослых деревьев было принято решение их заменить. По мнению экспертов, сроки жизни деревьев в городской среде небольшие. На это влияет влажность воздуха, перепады температур, наличие асфальта и плитки в прикорневой зоне. На улице Куйбышева в основном произрастали визы, которым уже было достаточно много лет. В отношении них проводилась регулярная обрезка формовочная. У деревьев были различные поражения, в том числе и вирусными заболеваниями. После завершения работ на улице Куйбышева планируют высадить 94 липы высотой не менее 4 метров. А вдоль дороги появится живая изгородь из кустов кизильника. Уже сейчас на улице Куйбышева готовят места для посадки. По мнению самарцев, такое обновление благоприятно скажется на микроклимате исторической части города. Это будет приятно, конечно, что будет много озеленения, всякие цветочки посажены, там кизильники, допустим, потому что загруженная транспортом Куйбышевская вообще очень сильно, и воздух будет свежее, приятнее будет гулять. Тем временем продолжаются работы по комплексному ремонту улицы Куйбышева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершено фрезерование асфальта, проводятся работы на коммуникациях, меняют люки колодцев, обновляют бортовые камни. На тротуарах кладут плитку. Работы ведутся и на улице Садовой от Полевой до Затонной. На участке большая часть люков и дождеприемных решеток приведены в порядок. Частично уложен новый асфальт. Ремонт тротуаров организован на участке от улицы Маяковского до улицы Ульяновской. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.